мы переходим ко второй части раздела о библейском обосновании. И на этот раз рассмотрим данное в Писании поручение об основании церквей. Некоторых практических аспектов мы уже коснулись, однако одних лишь их в данном вопросе недостаточно. Мы уже отметили, что основание общин царства играет ключевую роль в претворении Богом своего замысла — «Миссио Дей». А теперь давайте обратимся к библейскому предписанию о насаждении церквей. Кто-то возразит, Писание призывает нас идти и научить, а не идти и насадить. Может, последнее не так уж и важно? Важно. И подтверждение этому мы находим в Священном Писании. Во-первых, основание церквей вполне согласуется с историей спасения. Что я имею в виду? А то, о чем мы уже говорили. На протяжении всей библейской истории Бог последовательно действует через народ, через людей. В Новом Завете Он призывает создать новый народ. Один из самых ярких переходов из Ветхого Завета в Новый представляет собой переход от централизованного Божьего народа, народа израильского, который жил в своей земле, обладал национальной самобытностью, имел свой храм и организованное поклонение, у которого был закон, и который привлекал к себе другие народы тем, что являл пример Божьего правления на земле. Глядя на этот пример, говорили, есть ли иной Бог, подобный Богу Израилеву? Так вот, в Новом Завете произошел этот значимый переход, который сначала, как мне кажется, не вполне осознавали и сами ученики Христа. Помните, что Иисус сказал самарянке в ответ на ее вопрос о том, где следует поклоняться Богу? На какой горе? Самаряне тогда поклонялись на одной горе, а иудеи на другой. В Иерусалиме, на Сионе. Самарянка хотела узнать, где же все-таки должно поклоняться, и что ей отвечает Иисус? Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Таким образом, главным поклонением будет уже не место. Христос, заглядывая вперед, говорит о времени, когда Евангелие и Божий народ выйдут за пределы одной земли и одной нации и превратятся в настоящее движение во всех странах по всему миру. Что, собственно, и произошло в день Пятидесятницы. Как вы помните, на учеников сошел Святой Дух, и они стали проповедовать на иных языках, так что благую весть услышали и язычники, причем, что важно, на своих родных языках и наречиях. Любопытно, и этот факт мы нередко упускаем из вида. Новый Завет написан не на языке Христа. Иисус говорил на арамейском. «Позвольте», — возразите вы, «но мне важно, что сказал сам Иисус, перевод меня не интересует, процитируйте мне его прямую речь, так ведь?» Однако библейские тексты, где на арамейском говорит сам Иисус, можно сосчитать по пальцам. Наиболее известные из них — слова Спасителя, произнесенные им с Голгофского креста. «Или, Или, лама савахвани», то есть «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И таких фрагментов считанные единицы. По сути, мысль такова. Отныне Евангелие звучит для всех, а не только для народа израильского. Причем на разных языках, а не только на еврейском. В исламе, к слову, все совершенно иначе. Язык Корана один, арабский. А вот христианское Евангелие, единственное, которое есть в нашем распоряжении, это уже переводной текст. Что это значит? А то, что в истории спасения Бог сначала призвал Авраама и сказал, что в нем благословятся все народы, избрал себе народ, который должен был стать благословением для всех племен и языков. «Тебя я избрал рабом моим, — говорит Господь, — но ты не сохранил мне верность, посему я пошлю того, кто станет подлинным светом народу». Эти слова о Мессии, Христе, которому должно было стать светом народом. А дальше уже о себе и Варнаве апостол Павел говорит, «Отныне мы, церковь, свет народам». Он цитирует все тот же ветхозаветный стих. Смотрите, на протяжении всей истории Бог действует через свой народ, который сегодня, в наши дни, должен быть расселен по всему лицу земли.
В Откровении 5, 9 и 10, а также 7, 9 и 10 мы читаем: «Достоин Агнец Божий, ибо Он искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Так вот, отныне мы соучастники движения Евангелия во всех народах, племенах и языках. А где ныне храм? Что говорит Павел? Мы — живые камни. Сегодня храм Божий — это мы с вами. Это собрание Божьего народа, живых камней, из которых, как пишет Петр, устрояется дом духовный, церковь. Храм — это больше не Иерусалимский храм. Это уже не определенное место, не какой-то конкретный народ или язык. Теперь храм Божий, истинное поклонение — это собрание Божьего народа в новозаветном смысле. Это и есть церковь. И такие церкви должны появляться, должны возникать во всех народах. Вот почему служение по основанию церквей органично вписывается в Божий план истории спасения, в Божий замысел об искуплении людей из всякого колена и языка, и народа, и племени. Идем дальше. Писание гласит, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это записано в Ефесянам 5 главе. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Он хочет ее созидать. Вспомните, что Иисус сказал Петру в Матфея 16. «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Первый главный основатель церкви — сам Христос, ее строитель и созидатель. Так вот, тому, кто сомневается в значимости этого служения, скажу: церковь созидает Иисус Христос, и я хочу Ему подражать, хочу быть орудием в Его руках, хочу соучаствовать в Его труде, ибо это Его дело. На этом основании мы рассматриваем организацию церквей как часть Божьей миссии, как часть миссии Христа, который сказал: «Я создам церковь мою». Ну и, конечно, текст из Ефесянам 5, с изложенным в нем наставлением мужьям любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Существует мнение, и это мы уже отмечали, что основание церквей является одним из наиболее эффективных методов благовестия. Возможно. Но Иисус любит церковь, и она не просто евангелизационный метод, она объект Христовой любви. И Он совершенствует ее, делает более прекрасной. А красива она не всегда, правда? Здесь, на земле. У нее еще много дефектов. Ее еще надо умыть, причесать, привести в порядок. Но Христос наряжает ее, готовит к великому брачному пиру. А пока не стоит зло и язвительно ее критиковать. Удивительно, насколько увлеченно это делают некоторые люди. Знаете, что я вам скажу? Лично мне крайне неприятно выслушивать критику в адрес моей жены. Полагаю, что и Христос не в восторге от подобных оценок своей невесты, церкви. Хотя, с другой стороны, работать над исправлением ее недостатков мы тоже должны. Только помни о том, что это Христова любовь. Именно с этой мыслью нам следует созидать и расширять церковь на земле, невесту Христову. Великое поручение в Матфея 28 не содержит в себе прямого призыва идти и насаждать церкви, но, несомненно, его предполагает. Ведь от этого зависит само исполнение великого поручения. «Итак, идите, — гласит оно, — научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Подумайте, возможно ли это без церкви? Во-первых, само крещение является знаком вхождения человека в христианскую семью. В 1 Коринфянам 12 говорится о крещении в одно тело. Таким образом, само установление о крещении призвано свидетельствовать о приобщении к телу Христову. Крещение есть вступление в новую общину.
Понятие крещения многоаспектно. Крещение — это и символ очищения, омытие грехов. Креститься также значит символически умереть и затем восстать к новой жизни, но помимо этого, через крещение человек приобщается к большой семье Божьего народа. Итак, крещение требует наличия живого организма церкви, который прирастает новыми членами. И дальше. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». Возможно ли это вне церковной общины? Нет. Это служение требует от нас консолидации усилий. Это дело всей церкви. В итоге мы видим, что исполнение великого поручения в Матфея 28 требует общины верующих людей, то есть церкви. Книга Деяний показывает, что новые церкви — это естественный и необходимый итог библейского благовестия и миссии. Куда бы апостол Павел ни нес Евангелие, что там возникало? Общины верующих. Потому что нам нельзя друг без друга, потому что разрозненно мы существовать не можем. Так вот, для того, чтобы учить, мы должны собрать верующих в общины, которые называются церквями. Благовестие не привело к образованию церквей буквально в единичных случаях. Но даже в этих случаях нам не все до конца известно. Можете вспомнить какие-то примеры? Один из них — евнух Ефиоплянин. По преданию, после того, как этот человек услышал Евангелие, уверовал и крестился, он отправился с проповедью в Египет, в Северную Африку, и рассказывал там о Христе. Поэтому вполне возможно, что со временем церковь там все-таки сформировалась. И второй случай — это Павел в Афинах. Там, как говорится в Писании, тоже уверовали лишь несколько человек. Об общине в этом регионе не сказано ни слова. Опять-таки, утверждать что-либо наверняка оснований нет, но и упоминаний о церкви тоже нет. Во всех же остальных городах, где побывал апостол Павел, возникали общины верующих. А это, как вы понимаете, немаловажный факт. В качестве примера объединения новообращенных христиан в общину можно привести уже самые первые главы книги Деяний, а именно описание событий рождения церкви. Книга Деяний, 2 глава. Давайте откроем этот текст и прочтем 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». В некоторых переводах к слову «присоединилось» добавлено «к церкви». Другими словами, после крещения эти люди стали частью церкви. Ниже, в 47 стихе, говорится, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». В греческом оригинале здесь употребляется причастие настоящего времени, спасаемых. Иначе это можно выразить так. По мере спасения Господь прилагал их к церкви. Нередко встречаются люди с такой позицией. «Я люблю Христа, а вот церковь не люблю». Или еще вариант. «Я христианин, но церковь мне не нужна». Но Писание говорит нам, что Бог прилагает к ней всех спасенных. Он собирает нас в общину. А если не так, то это было бы что-то из ряда вон выходящее. Таким образом, именно Бог прилагает новообращенных к церкви. Греческое слово, которое переведено как «прилагал», на самом деле представляет собой термин. Даже у евреев, не обязательно у христиан, данный термин употреблялся для обозначения обращения прозелита, язычника, в иудаизм. Этот человек прилагался к народу израильскому. В Новом же Завете он тоже обозначает приобщение, но на этот раз к церкви, как народу Божьему. Вот такая интересная деталь подчеркивает мысль о том, что всех спасаемых Бог прилагает к церкви. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой.
Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, мы говорили о том, что книга Деяний наглядно показывает, что новые церкви являются ожидаемым и необходимым результатом библейского благовестия и миссии. Мы отметили, что слово, переведенное на русский как «прилагал» в контексте «спасаемых к церкви», является термином, который также употребляется в Деяниях 5.14. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Далее в 24 стихе 11 главы написано: «И приложилось довольно народа к Господу». Итак, прилагаться к церкви и прилагаться к Господу — выражения синонимичные. Вот одно из высказываний на эту тему одного исследователя. Рост церкви в понимании Луки происходит только тогда, когда в результате покаяния и веры обновленный человек приобщается к церкви. Таким образом, библейское богословие всегда связано с приобщением новообращенных к церкви. Следовательно, поместная община непременно должна быть. Говард Шнайдер некогда писал так: «Правильное понимание библейского благовестия требует от нас также признания того факта, что цель благовестия заключается в формировании христианской общины. Она состоит в том, чтобы воспитать учеников и потом сформировать из них живые организмы тела Христова как новую форму существования Божьего народа». Что, собственно, мы с вами последовательно и наблюдаем в книге Деяний. Все это говорит о необходимости евангелизационной организации, или даже так, действенных евангелизационных организаций, которые занимались бы исключительно благовестием, но при этом тесно взаимодействовали бы с поместными церквями, обеспечивающими новообращенным дальнейшую помощь в духовном росте и воспитывающими подлинных учеников Иисуса Христа. Основание церквей также является ключевым моментом в понимании и практическом осуществлении миссии апостолом Павлом. Изучение его служения дает нам немало интересных примеров. Так, возьмем 15 главу послания к римлянам. В ней апостол довольно четко формулирует понимание собственной миссии. Давайте начнем читать с 17 стиха. Напомню, это Римлянам 15. «Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Павлу нравится служить Господу, для него это радость. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня. Покорение язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, я с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Итак, мы уже отмечали, что Павел считал, что он призван быть первопроходцем, проповедовать там, где о Христе никогда не слышали. Однако любопытно, что, по его словам, путешествие от Иерусалима до Иллирика для него окончено. «Не имея такого места, — говорит апостол, — в всех странах». Что он имеет в виду? Об этом здесь стоит подумать. Если взглянуть на карту Римской империи, средиземноморскую часть, то здесь будет виден Иерусалим, где он находится, вы наверняка знаете, а вот Иллирик. Он расположен вот здесь, на территории современной Боснии, Сербии и Хорватии. Так вот, Павел говорит, на всем протяжении от Иерусалима до Иллирика «я распространил Евангелие». И далее цитирую: «Ныне же, не имея такого места в всех странах».
И вот тут возникает желание спросить апостола, не преувеличивает ли он слегка? Не, ну тут понятно, что апостол Павел — великий миссионер, но неужто во всем этом регионе больше совершенно нечего делать? Он же направляется в Испанию, Рим — всего лишь перевалочный пункт, его цель — Испания. К слову, одна из целей написания послания к римлянам заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой римской церкви как стартовой площадки перед путешествием в Испанию. Утверждая, что в сих странах делать ему больше нечего, апостол Павел, по мнению многих библеистов и богословов, вполне мог иметь в виду следующее. Оставив после себя церкви, церкви, способные к воспроизводству, он как первопроходец свою миссию действительно считал выполненной. Очевидно, Павел побывал не во всех городах и селениях, тем более не везде проповедовал и уж подавно не всюду основывал церкви. И все же, понимая, что общины в ряде мест все-таки сформировались, Павел надеялся, что теперь они понесут Евангелие туда, где оно еще не звучало. Такова была его стратегия. И это очень важно понимать. Прийти в новое место первым, основать общину, укрепить ее, выбрать лидеров, подготовить миссионеров и благовестников и в конечном итоге передать им служение по дальнейшему распространению Евангелия. Все ли было именно так? Да, действительно было. И уже совсем скоро один из примеров умножения церквей мы с вами рассмотрим. А пока еще раз подчеркну, таков был план Павла. Помимо этого, основание церквей служит ключевым объединяющим фактором для экклесиологии и миссиологии. Нередко экклесиологию определяют исключительно как учение о церкви, вне ее связи с миссией Бога. А ведь выше мы отмечали, что само ДНК церкви, ее миссия формируется на основании Божьей миссии. Таким образом, благовествующая церковь становится инструментом, орудием царства в контексте осуществления Божьей миссии в аспекте основания церквей. И в этом и заключается интеграция миссии церкви и экклесиологии. Если понимать миссию только как «идите и научите» или «идите и накормите голодных», а церковь как единую, святую, кафолическую или соборную и апостольскую, то точек соприкосновения у миссии церкви не будет. А вот основание церквей способно служить и служит их объединяющим фактором. Таким образом, данное служение, на мой взгляд, играет основополагающую роль в осуществлении библейской миссии, последовательно согласуется с миссией Бога и является необходимым условием для создания общин царства. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.